Всем привет, ребят! Вы на канале Look Tool, и сегодня мы с вами поговорим о дисках для мототриммера, бензотриммера, вот, и еще ножах, как их называют. Сегодня поговорим о ножах с твердосплавными напайками, победитовыми или же вольфрам карбидными. Вот, поговорим, для чего они нужны, какие бывают и как их выбрать. Поехали! Первые наши два экземпляра — это вот такие вот диски. Оба они китайского производителя, из дешевого сегмента. Один у нас будет сплошной, небольшие вырезы имеет, он более тяжелый. И полегче диск, специально перфорированный, он для как бы облегчения работы сделан полегче. Конструкция зуба будет одинаковая примерно. Вот. И сами напаечки, что на одном, что на другом, тоже будут у нас достаточно жиденькие, такие слабенькие. И, соответственно, долго они, как говорится, не протянут. Ну и диски такие, надо признать, совсем дешевые. Это у нас оба 255 диска, рассчитаны на большие мощные триммеры с более 1,5 кВт мощности. Вот. На маленький триммер такие диски лучше не ставить, лучше поставить 230 поменьше. Вот такого примерно плана. Вот. Чтобы он у нас меньше давал нагрузку на штангу, на редуктора и на сам блок двигателя. Далее, если вы пришли все-таки покупать диск посерьезней, лучше, конечно, присмотреться к напаечкам, а не к цене. Итак, смотрим наши диски уже среднего такого сегмента, которые будут чуть-чуть подороже, ну и, соответственно, покачественнее. Первый наш экземпляр. Данный диск имеет две режущие части, а именно у него идут твердосплавные напайки, в данном случае именно используется здесь вольфрам кобальт, и очень прочные. Вторая режущая часть — это вот они у нас идут, заточенные режущие элементы, то есть диск помимо самой напайки еще и заточку имеет. К тому же такой вот диск имеет низкую вибрацию за счет двойного вот этого двойной режущей части, и, соответственно, подходит у нас уже для густой поросли. Вот, тонкий кустарник всякий можете им расчищать, и рассчитан на долгий срок службы за счет очень крепких вот этих вот напаек. Следующий наш экземпляр. Ну, к примеру, давайте возьмем вот этот. Данный экземпляр у нас также имеет хорошие твердосплавные напаечки. Вот они у нас. Ну, прочность, правда, их пониже, хотя это то же самое, вольфрам кобальт. Вот, но он очень легкий за счет сильной вот этой перфорации, специальная такая конструкция, которая у нас обеспечивает легкость в работе, и вы меньше устаете, когда диск полегче у вас. Соответственно, рассчитан уже не на такую, конечно, серьезную нагрузку, как предыдущий, но достаточно хорошего качества, может нам прослужить в домашних условиях, конечно, очень долго. Вы можете им также заготавливать и сено, к тому же, вот. И также спокойно справиться с тонкими какими-то побегами и небольшими кустарниками. Основное его преимущество — это, конечно же, у нас легкость. Легкость, он очень легкий, и работать им будет достаточно легко. Следующий наш экземпляр — диск с отбойниками, как мы его называем. Это вот такие вот идут за напайкой, следом идет такой как небольшой бугорочек. Он нам обеспечивает работу на каменистой местности, и к тому же у него, видите, какая идет такая широкая напайка, то же самое из вольфрам кобальта, очень крепкая напайка. Вот, так что знаете, если у вас идет вот так вот прямая, она к тому же не угол имеет, вот такая напайка, и сзади как бы бугорок, вот такой диск у вас предназначен именно по работе на каменистой местности, он будет там работать дольше всех остальных. Это специально для этих целей и сделано. Ну, а также вы можете им спокойно косить и густую какую-то траву, жесткий такой кустарник и поросль. Вот. Но задача его — работать на каменистой местности. Следующий наш диск, он предназначен у нас для работы в лесу, где-то лесополосе, каких-то у нас, не знаю, парках, посадках и тому подобное. Чем он нам интересен? У него идут напайки уже как на пиле с разводом. То есть их даже если присмотреться, видно, что с одной стороны напайки больше закреплены, и как бы развод потом идет с той стороны, в другую сторону уже смотрят, и они как бы имеют и специально такой угол заточки, который позволяет максимально быстро спиливать тонкие деревья,
какие-то или кустарники какие-то. Вот, для этих целей он специально и разработан. Это как бы, можно сказать, профессиональный диск для озеленителей. Они будут ходить по лесу, по посадкам и работать там, скашивать траву, и одновременно, в случае, если им необходимо какую-то поросль достаточно крупную, быстро срезать. Это вот диск как раз для этих целей. Вот. В принципе, в бытовом каком-то таком назначении, я не знаю, нужен ли он или нет, если вы просто хотите косить на своем огороде, то присмотритесь, если диск имеет вот такие вот такую конструкцию, то как бы для вас он особо пользы не принесет. Больше все-таки он разработан для работы где-то в лесополосе. О, ну а этот вот диск самый, на мой взгляд, интересен. Особенно он будет интересен для тех, кто занимается сенозаготовкой и любит, когда ваш диск косит очень быстро и триммер косит достаточно быстро и легко. Здесь очень большой у нас зуб. Он также у нас из вольфрам кобальтового сплава. Это у нас самое прочное, что можно вам предложить на данный момент. Вот. Очень большая напайка. Смотрите, закрывает практически весь выступ зуба. И при этом она еще имеет такую форму серпа. Она подрезает очень быстро любую траву. Высокую, достаточно даже низкую берет. И спокойно работает по кустарнику и жесткой очень траве. Соответственно, такой зуб в бытовых условиях прослужит гораздо дольше, чем все остальные. Вот. И как бы будет косить вам одно удовольствие и большая-большая производительность. Меньше будете уставать, быстрее будете выполнять свою работу. Ну и, на мой взгляд, для бытового потребителя это самый вообще хороший выбор и идеальный вариант. Конечно же, ребят, я не могу показать и рассказать вам про все диски, которые существуют. Сейчас очень много производителей придумывают и придумывают все новые, новые какие-то диски, напайки, сплавы, чего только не делают. Я вам говорю то, что у меня есть в наличии, и рассказал вам про саму конструкцию зуба. Вот, как она работает и для чего применяется. Выбирать, чем косить, конечно, вам. Вот. Но я бы советовал, конечно, перед тем, как выбрать, самим посмотреть, не то, что вам продавец посоветует, самим посмотреть на зуб. Качественный зуб и качественный материал легко узнавать, даже не обязательно быть профессионалом. Напайку хорошую отличить, как говорится, от плохой, не надо много ума. Вот посмотрите, две напаечки, и я думаю, вы сразу поймете уровень диска одного и второго, на что способен этот и сколько прослужит, и на что способен этот. Прежде всего, смотрите не на цену, ребят, а смотрите на качество. И при этом не настолько уж там большая цена, это уж я вам точно говорю. Ну, пусть даже в два раза будет, так это все равно прослужит такой диск гораздо больше. И вам будет приятнее работать. Здесь на пайке при первом же случае отлетят. Какой-то камень уже половина не будет. Да все вы уже столкнулись с этим, я уверен. Вот. Поэтому я советую, конечно, брать хороший, качественный диск. Работать будет приятно, в одно удовольствие. И советую вам также посмотреть мое видео про ножи без победита. Всем, кто смотрел, респект. Кто ставил лайки, большое спасибо. Подписался, кто вообще, всем руку жму. Вот. Всем удачи. Подписывайтесь на наш канал. Пока. И к тому же еще напоминаю, что если где-то вы проживаете в месте, где нет возможности купить вам диск, заходите на наш сайт looktool.ru, выбирайте, смотрите. Там много чего интересного.